Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету ж, ні? Ету ж? Ету ж, ету ж. Ету ж тільки акапелло. Продовжайте піти. Аїда готова заспівати, от тільки що зараз почують наші судді. Разгони, ты тоску во мне, неспокойно у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам бед. Аида, на самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. Ну, потому что когда все хорошо, и так все ясно. Чего разглагольствовать? Чего упиваться словоблудием своим? Не понимаю. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму, что на вашем голосе есть эффект, но... У вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом, что это звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело? При слове «коммерческая» вздрагивает Кондратьев всегда. И поэтому следующий комментарий от него. Спасибо. У вашего голоса есть чарівний эффект викликати симпатию. И я не є виключенням, я кажу вам так. Спасибо. Невероятно здорово. И глаза, и внешний вид. Глубина невероятная. Я говорю вам да. Спасибо.
А еще вы очень красивая. А я не знаю, как вы этого не сказали, красивая девушка. Мы боимся это сказать. А я не боюсь. Я об этом сказал сразу. Я ничего не услышала. Короче, Аида, у вас 4, да. Спасибо большое.